Всем-всем-всем! Сегодня, чернушане, третий день Масленицы отмечаем. Масленица зиму упрощает, холодную жизнь кончает. В масляную неделю полагалось есть до икоты, орать до перхоты, петь до надсаду, плясать до упаду. Масленка только раз в круглый год гостит у нас. Целую неделю на Руси Масленицу привечают. Каждый день имеет свое название. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки, а воскресенье – проводы, прощания, прощенный день или целовальник. Сегодня среда, третий день масляной недели. Лакомка. В этот день в каждой семье накрывали столы, пекли блины, в деревнях варили пиво. Повсюду появлялись торговые палатки. В них продавались горячие сбитни, каленые орехи, медовые пряники. В среду выносили блины на улицу и угощали ими всех соседей и всех желающих. Однако самым главным событием этого дня было посещение тещи с зятьями, для которых она пекла блины и устраивала настоящий пир, если зять был по душе, разумеется. Для забавы любимого зятя теща созывала всех родных. В некоторых местах тещины блины могли приурочиваться к пятнице. Ой ты лакомка, среда, масляная сковорода! Как повелось со старины, едем к теще на блины! В среду нужно непременно явиться к теще на блины. Теща, в свою очередь, рада стараться для зятя и устраивает богатый стол, на котором блины с различными начинками, с икорочкой, вареньем, медом. Стол также должен быть богатым на напитки и другие угощения. В этот день семья собирается за столом, хвалит тещу и ее кулинарные способности. Как правило, со среды к катанию с гор и на лошадях активно подключаются и неженатые молодежь, и взрослые. Не катаются на тройках в Масленицу только младенцы да старики, уже не выходившие из дому. Ах ты, Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая, приехал на саночках расписных, на кониках вороных. Живет Масленица 7 деньков. Оставайся, Масленица, 7 годков.